против хозяев турнира изначально расценивался как самый принципиальный из пяти. Такой игра «Торпедо Акбарс» и получилась. Полные трибуны болельщиков создали антураж поединка серии плей-офф, как минимум. 30 из 5 тысяч болельщиков были болельщиками казанского «Акбарса». И весь матч эта тридцатка была слышна. Потенциальная принципиальность в итоге трансформировалась в реальную. И то, что игра завершилась выяснением отношений по буллитам, наверное, закономерность. К сожалению, фортуна повернулась лицом к нижегородцам. Но общее впечатление от игры «Акбарса» осталось вполне хорошим. Перспективно хорошим. Послематчевые комментарии игроков «Акбарса» также были лишены пессимизма. Ну, не знаю, была хорошая, да, игра, как бы наши игра, мы были, создавали много моментов, там, забили 2 гола, вели 2-0, потом подвели нас удаление, пропустили там сначала вчетвером, потом втроем, ну и потом уже по булитам чуть немножко не повезло, залетел Курьез на шайбу. Как ты ощущаешь себя в этом сочетании нападений? Да ничего, ну, нормальные ребята, как бы мы все вместе делаем одно дело, как бы я думаю, что не у всех одинаковые задачи, там вся одна задача там играть, выкладываться в каждом матче, постараться выиграть этот кубок, а потом уже дальше будем работать и будем бороться за кубок Гагарина. То есть у панических настроений нет после этого поражения? Ну нет, конечно, ничего, но сейчас сделаем определенные выводы, и завтра уже надо выходить, то следующая игра уже надо и выходить и выигрывать ее. Да как бы каждый матч очень важен. Мы сейчас как бы подрабатываем какие-то тактические действия, пытаемся сплотиться в своих звеньях, чтобы выглядеть в чемпионате лучше, чем на данный момент мы выглядели. Ты забросил шайбу, почему не забрал? Ну, это не первая шайба КХЛ, не знаю, да и как бы некогда было там забирать, шла игра, хотелось выиграть, но итог получился немножечко плачевным, печальным. В какой момент у нас что-то надломилось в игре? Я думаю, что немножечко, удаления нас подвели лишние, которые ненужные были удаления. Так, боролись до конца в каждом моменте, но в какие-то моменты случилось то, что они переломили игру, забросили две шайбы с удаления, там практически идентичных две шайбы с перевода. Будем разбирать моменты, чтобы в следующих играх не получилось такого, чтобы был положительный результат, а не отрицательный. Все как бы нужно испытать, попробовать на себе. И положительный, и отрицательный результат. В любом случае, поздравляем вас с первой заброшенной шайбой за «Акбарс». Дай бог, не последняя. Спасибо. Главное, чтобы в сезоне все было хорошо, а не сейчас приятно то, что так уж получилось, то, что забил, то, что снял эту, не знаю, карму. Да, карму или что. А так, дай бог, что все нормально было. Ну, я думаю, прошло достаточно времени, чтобы, Владимир, вы проанализировали то, что сегодня произошло. Сыграли как будто матч плей-офф, на вас было просто страшно смотреть, вы злились на себя, злились на партнеров. Где-то мне показалось, во втором периоде что-то у нас в вашем механизме перестало ладиться, или все-таки какие-то другие причины этого поражения? Наверное, хочется сказать, что плохая дисциплина была в этом матче в плане удалений. Очень много было численного преимущества и у нас, и у команды противника. Нужно в этом плане немножко добавить. В принципе, все команды сейчас добавляют в своей игре, приспосабливаются, добавляют с каждой игрой тяжелее. В принципе, не могу сказать, что там что-то не получалось, просто игровые некоторые моменты и вот эти же удаления немножко подкосили игру. Ну, у тебя есть с чем сравнивать. «Акбарс» образца этого межсезонья, он сильнее прошлогоднего?
ничего не будем говорить, мы будем стараться, чтобы каждый год был сильнее. Вы не делаете трагедии сегодняшнего результата? Ну, я думаю, трагедии вообще никогда не нужно делать, нужно просто делать правильные выводы. Удачи вам в завтрашней игре. Спасибо.